вот это номер. Я буду вот так сидеть. Сиди. Я тебя засниму. И заходишь в ванну, туалет. Места мало, конечно. Вот. Один из минусов — это вот такие не очень чистые полотенца с пятнами. То есть они чистые, постиранные, но просто пятна, видимо, не отстирываются. Так, такая ванная. Ну, сантехника чистая была. Фен, шампунь, гель для душа, мыло есть. Есть вот теплая сушилка. Теплые полы, кстати. Зеркало. Я могу с тобой снять, можешь не уходить. Так, вот первая комната. Мне кажется, это полулюкс. Надо будет посмотреть на сайте, да. Так, вот здесь вот стол. Холодильник небольшой. Но, в принципе, морозит неплохо. Все равно с некоторыми холодильниками в некоторых отелях он более-менее холодит еще. Так, зеркало, телефон вызывать, ресепшн. Как его называют-то? Кондиционера здесь нет. Вот такая еще тумбочка. А то сумку не забудь. Вот это вторая комната. Кровать. Ну, вот здесь тоже я говорю, то, что среди минусов это вот только пятна. И вот есть вот такие вот обои. А так, в принципе, нормально. Ну, телевизор большой. Что-то не то, ну, ничего. Включи свет, а, Наташа? А, вот здесь же включается. Нет, здесь включается. Там гардеробная включается. Да? А я все время в темноте. Так, около кровати две тумбочки. Светильники. У тебя не работают, да? Нет, не работают. У меня, кстати, не знаю, сейчас проверю. Заработал? Нет, тоже не работал. Не работает, что ли? А, ну там даже лампочки нет. Как он будет работать? Лампочки, чего там лампочки света? Отдельно надо. Вот здесь. Здесь вот такая гардеробная. Тут шкаф с вешалками. 4 вешалки. Ничего не видно. Может, фонарик включить? О! Вот. Здесь сейф. Ящики. Полочки. Ну, в общем, среди минусов я говорю, не отстирывающиеся пятна. Здесь вот тоже есть на одеяле. Не видно. Так, в принципе, нормально. Так, вот так выглядит коридор. Вот двери. Здесь вот балкон для курильщиков. Лифт есть. Вообще приличная, в принципе, гостиница, вкусно кормит, персонал очень такой отзывчивый. Если нужен утюг с гладильной доской, можно позвонить, и вам принесут прямо к номеру. Вот. Вид с крыльца. Дождичек, ага. Да, да. Наташа, отойди. А вот мы по Золотому кольцу в Питер приезжаем. Это ресепшн. Здесь спускайтесь, столовая. Туалет. Я еще попозже.